Так. ГК РФ, статья 1251. Защита личных неимущественных прав. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 от 18.12.2006 года, номер 230 федерального законодательства. Первое. В случае нарушения личных неимущественных прав автора, их защита осуществляется, в частности, путем признания права восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действия нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущении нарушения. 2. Положения, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, применяются также к защите прав, предусмотренным пунктом 4 статьи 1240, пунктом 7 статьи 1260, пунктом 4 статьи 263, пунктом 4 статьи 1285, пунктом 1 статьи 1323, пунктом 2 статьи 1333, пунктом 2, под пунктом 2 пункта 1 статьи 1338 настоящего кодекса. В редакции федерального закона от 12.2004 года, номер 35 федерального законодательства. Смотреть текст в предыдущей редакции. Защита чести и достоинства деловой репутации автора осуществляется в соответствии с правилами статьи 152 настоящего кодекса.